Добрый вечер. В ночь на первый выходной день в Латвии будет ясно и сухо. Температура воздуха составит от 0 до плюс 8 градусов. В субботу днем территорию страны, начиная с западных регионов, пересечет небольшая зона дождевых облаков. И в некоторых городах ожидается небольшой дождь. При этом станет теплее. В субботу воздух днем прогреется до плюс 19 градусов. Прохладнее будет на Курдинском побережье. Там ждем до плюс 14. Весь день будет дуть слабый юго-восточный ветер. Его скорость не превысит 6 метров в секунду. В Латвийской столице этой ночью ждем 5-7 градусов тепла. После полудня температура воздуха составит плюс 15, плюс 17 градусов. Ветер будет слабый. Весь день будет солнечно, а днем возможен небольшой дождь. В воскресенье местами пройдут кратковременные осадки. Температура воздуха составит плюс 6, плюс 10, а днем потеплее до плюс 15. В понедельник ночью будет густой туман, а днем возможен небольшой дождь. Преимущество Будет переменная облачность. Столбик термометра будет на отметке от плюс 6 до плюс 19 градусов. Медицинский тип погоды второй благоприятный. На этом о погоде у меня все. Хороших выходных и до свидания.